Государственном музее изобразительного искусства прошла презентация книги «Наменты». Труд представляет собой образцы аментов. Автором книги стал Ерлан Кожабаев. В Средневековье, когда христианство пришло в Европу, все картины художники писали на библейскую тему. Да? А казахские орнаменты – это то же самое же, это иллюстрация, но тенгрианской религии. Потому что это пиктограммы, его можно читать. Да? А там есть символы бога Тенгри, символы аруахов, символы самурока, да? Символы всех этих ангелов-хранителей. Это уникальный такой труд, подвижнический труд художника, поскольку, ну, можно сказать, он пропустил через себя, через свое сознание, через свою душу всю логику построения и пластическую закономерность возникновения вот таких орнаментальных узоров. И в конечном результате эта книга может стать таким практическим руководством для художников и дизайнеров для дальнейшего развития национального орнамента. Словно в подтверждение, тут же на презентации некоторые казахстанские художники поспешили приобрести заветную книгу, которая может больше рассказать о национальном орнаменте, а значит и о нашей культуре, каждому из нас.